Первая в этом сезоне ярмарка выходного дня прошла в областной столице. Свою продукцию представили более десятка предприятий Вологодского, Сокольского, Шекснинского и Тарнакского районов. А за покупками пришли несколько сотен вологжан. Подробности в нашем следующем материале. Густой, хороший мед, пути не прерываются, стройка. Мед свежего урожая Борис Константинович привез с личной пасеки в Вологодском районе. Рассказывает, несмотря на плохую погоду, лакомства удалось накачать много. Поэтому и решил продать излишки товара на ярмарке выходного дня. Я постоянный участник всех этих ярмарок, поэтому я в городе Вологде тут постоянный. И меня уже тут многие знают, и покупатели ко мне уже идут целевым назначением за медом. Прямо вот берут большими банками, вот, мед им нравится, мед хороший. Свою продукцию на первой в этом сезоне ярмарки выходного дня представили более десятка сельхозпроизводителей. Причем не только из Вологодского, но и из Сокольского, Шекснинского и Тарнакского районов. Сезон овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, чай и дары леса, морожка, черника, грибы. На весь ассортимент скидка по карте «Забота». Лисички вчера я тоже насобирал немножко, понимаешь, выскочил. Это тоже вещь красивая. Ну, о морожке тут и говорить нечего. Вообще деликатес, если уж так выразиться. По словам специалистов, к осени ассортимент товаров будет существенно расширен. Впереди самый пик сезона овощей. А среди покупателей ярмарка выходного дня неизменно пользуется большим спросом. Напомним, проводить такие ярмарки поручил глава города Евгений Шулепов еще в прошлом сезоне. Вологжанам они дают возможность купить свежие продукты по доступным ценам, местным производителям реализовать товар. За время работы ярмарки товарооборот составил около 14 миллионов рублей, а продукцию приобрели почти 70 тысяч человек. Нравится, постоянно посещаем, закупаемся. В основном, конечно, для дачи цветы, рассаду, луковицы, мед, ягоды. Очень нравится мне, я первый раз, очень нравится. Пусть будет каждый раз. В этом году ярмарка выходного дня начала свою работу немножко раньше, начала с августа, для того, чтобы гости и жители города могли приобрести сельскохозяйственные товары, кто не вырастил у себя на даче. Дачники могут принять участие, также предварительно оставив заявку. Оставить свою заявку всем сельхозпроизводителям, желающим принять участие в ярмарке, необходимо по телефону 72 87 33. Ну а следующая ярмарка выходного дня пройдет уже в ближайшую субботу. Вероника Гаврилева, Наталья Щипкова, Михаил Протасов, Вологда Портал.